Итак, здорово, народ. Сегодня вам показываю, как проверить тахометр от щитка прибора Audio 80. Это тахометр именно от VDO, а не UN4. Сзади, вот если вы перевернете, вот у крышки, видите, написано VDO. То есть, все. Что нам нужно для этого? Нам понадобится источник питания 12 вольт, в моем случае это вот от компьютера. Понадобится вот такой кулер трехконтактный. И начинаем сейчас подключать. То есть, вот здесь у меня нарисовано. У вас самый верхний контакт – это минус. Второй контакт – это плюс. И самый нижний – это у вас сигнал. Как это определить на самом тахометре? То есть, вот, начинаем. Вот так он у нас лежит. Вот, смотрим. То есть, с правой стороны – это у нас вот этот белый провод у меня. Это у нас идет минус. Второй контакт – это идет у нас плюс. И вот он, третий контакт, который нам нужен, это сигнальный. Как мы подключаем? Подключаем мы, то есть у меня идут вот крокодильчики непосредственно. Вот они соединяются с самим вентилятором, с кулером. И также идут просто, ну, вот такие вот разъемы, вот он, просто пины, кусочек провода. Они соединяются здесь с крокодильчиками и идут сюда на тахометр. Думаю, понятно. Плюс к плюсу, минус к минус. Красный это плюс, черный минус на вот этом вентиляторе трехконтактном. Все, мы подключили. И теперь что делаем? Берем наш вот этот сигнальный провод, касаемся, то есть этого вывода. То есть вот здесь я касаюсь, смотрите сюда. Вот. Это количество оборотов моего в данный момент кулера. То есть вы не можете его, вот, если чуть-чуть будете так делать, вот. Я пальцем, получается, притормажу вентилятор, вот оборот тормозит. То есть мы проверяем, вот у нас наш тахометр работает, все. Все выключили, вот так. Сейчас давайте выключу, и чтобы понятнее было, как это подключено, вот. Плюс идет, подключается на сам вентилятор, второй провод уходит сюда на сам тахометр. И также минус. Плюс к плюсу, минус к минусу. И сигнальный просто касаемся. Вот как-то так. Если было полезно, не забудь поставить лайк.